Негативные налоговые последствия сделки могут не только полностью нивелировать экономический эффект, но и вывести клиента в существенный минус и даже уголовное дело. Здравствуйте, меня зовут Анна Винченко, я управляющий партнер адвокатского объединения Winnerlex, компании, которая занимается исключительно обслуживанием и защитой бизнеса, в том числе от налоговых органов. Это также объясняется тем, что мы имеем опыт работы в органах государственной налоговой службы. Недавно мы нанимали персонал, у нас была открыта вакансия юриста по хозяйственной практике. Что удивительно, 90% претендентов имели лишь общее представление о налоговых последствиях составляемых ими хозяйственных договоров, и лишь единицы понимали такие последствия по индустриям: сельское хозяйство, IT, металлургия, строительство и так далее. В современных реалиях такой узкий подход недопустимый, потому что юрист при составлении любого договора должен не только преследовать цель по защите интересов своего заказчика, но и быть на несколько шагов впереди и понимать, какие налоговые негативные последствия может та или иная сделка за собой нести. Я приглашаю вас на свой авторский мастер-класс по налоговым рискам хозяйственных договоров, что позволит вам отточить вашу экспертизу как хозяйственных юристов, повысить свою стоимость на юридическом рынке Украины и, самое главное, работать на опережение и нивелировать риски заключаемых вами хозяйственных договоров на самом старте при структурировании сделки. Поэтому ждем вас. Приходите.